Ну, во-первых, соперника с победой. Да, действительно, игры получились такие хорошие. Команда соперника очень хорошая. Ребята молодые. Все стараются, играют. Но у нас, увы, нету ребят сегодня. Так не показали, как они могут играть в хоккей. Что-то... Ну, каждую игру те же ошибки приводят к голам. Ребята не хотят учиться на своих ошибках. Ну, соперника с победой, двигаемся дальше, разберем ошибки, опять же, эти же ошибки, вот, и будем настраиваться на Астану. Да, конечно, у нас ребята молодые тоже, мало опыта, и да, на два состава, к сожалению, переходим. Ну, старт сезона, видите, играем пополам везде, одну игру выиграем, одну игру проиграем, нестабильно, вот это вот пугает, что ребята... Ну, находим слова, подбираем, чтобы ребята почувствовали до конца уверенность. Ну, видимо, сказывается, что долгий период. Ребята не могут катиться долго. Не могут. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Да, в целом-то вчера неплохо тоже играли. Опять же, после первого провального периода ребятам объяснили в перерыве, что чем вы будете двигаться активнее, тем соперник будет больше уставать. Ну, опять же, не дотерпели где-то, вроде и счет такой напряженный. Ну, они все же забили на одну больше, поэтому с победой. Сегодня чуть-чуть мы поменяли там где-то, перегруппировали ребят, чтобы они, может, встрепенулись немножко. Но опять движения не хватает. Движения вот на третий вышли, опять движения добавили, вроде более-менее моменты появились и все. Ну, то есть сейчас хоккей такой быстрый, и стоячего хоккея нету. Даже большинство людей играют, там, движение меняют постоянно, местоположение, поэтому все в движении, за счет движения и получается. Может, и поэтому моменты создали какие-то. Ну, может сказать, сегодня нам повезло больше. Ну, как бы стараются, желание много, кого-то перехлестывает эмоции, кто-то, наоборот, тушуется немножко, то есть кого-то стопор вводит. А так, ну, я скажу, ну, понравилось. Самое главное, желание понравилось. То, что могут ребята, хотят, и, то есть есть потенциал, можно работать.